Совсем не дамская, но очень нужная сумочка в хрупких руках терапевта Анастасии Митрозаевой. Приключения зеленого чемоданчика начинаются еще во врачебном кабинете. Необходимо собрать все нужные лекарства от давления для сердечно-сосудистой системы и успокоительные. Анастасия выезжает к амбулаторным пациентам из группы риска, которые по тем или иным причинам посетить врача лично не могут. Медику помогают автоволонтеры всероссийской акции «Мы вместе». Которые помогают добраться до всех пациентов, помогают доехать, потому что на общественном транспорте, естественно, мы ездить не сможем, и их помощь очень важна для нас. Могу сказать точно, что помогать – это по-самарски. Волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» уже более полугода помогают пожилым и одиноким жителям города и региона в доставке продуктов и лекарств. Поддержка оказывается медицинским учреждением. Не так давно активисты начали доставлять анализы на коронавирус из поликлиник и больниц в лаборатории. У врачей появилось значительно больше времени на пациентов, а сроки проведения анализов существенно сократились. Сам ГАМО и клиники сейчас максимально вовлечены в процесс. Вы знаете, 300 коек у нас работают. Мы клинических ординаторов максимально интегрировали, студентов. Пандемия коронавирусной инфекции объединила врачей, студентов, волонтеров, неравнодушных жителей города и губернии. Добровольцы доставляют пожилым не только продукты питания и лекарства, помогают оплатить ЖКХ и выполняют функции регистраторов. Последние при помощи телефонной связи следят за самочувствием людей из группы риска. В настоящее время на территории региона работают более 100 волонтерских бригад. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События.